городе Вроцлаве проходил Всепольский фестиваль циркового искусства. В параде, которым открылся фестиваль, приняло участие 500 человек. Здесь были представлены многие жанры циркового искусства. Вместе с опытными мастерами свое искусство показали и молодые артисты, выпускники цирковой школы. Большим успехом пользовалось выступление молодежного ансамбля воздушных гимнастов под руководством коллег. Успешно развивается цирковое искусство в народной Польше.